Стоим возле дерева желаний, прошепчи одно заветное желание, оно обязательно сбудется. Исполняется, проверено. Вот оно ухо на цепи. Там вверху ангелочек сидит с книгой. Вот он. Поставили место мишек, вот таких матрешек огромных. Вот она, голубая матрешка. Там с косой красиво. И вот такая матрешка с самоваром. С косой такая матрешка. Подходить надо к этому уху, загадывать желание, и оно сбудется. А ангелочек в этом поможет на дереве, который сидит. Вот такое вот дерево желаний. Бабушка, да. Ты заметила, что он на том подала ангелочек, и еще книжка? Матвей. Который слушает. Вы же видели ангелочек? Вон, видели ангелочек, какой сидит? Вот он слушает все желания. Вот кто загадывает. И исполняет всех. Что их нельзя говорить? Нет, вслух нельзя. Теперь подходим к матрешке. Синей. Вот она. Да, матрешка. Такая матрешка. Что если ее разобрать, там будет такое матрешка. Ушастое дерево осталось одно. Только здесь сидит ангелочек, охраняет. Да, ухо. А матрешек нету. Нету матрешек. Пошли дальше.